Ого. Новая игра? Ты держишь премию. нам потом дракончика. Даже нельзя пить, ну? Thank you.
Сука, исчезни. Ладно. Летело 29, смотрим. 30. Ткань. Кольчуга. Бред. Я думаю, что... Если раньше время не жмай, как только персик заявил, то жми. Я тоже чувствую, что они здесь, Мэрис. Чужаки во владениях повелителя огня. Бери след. Найди их, и они понесут наказание. Как вы видите? Кошенок сидет.
кости. Убить их, сожрать их. Еще с этого. Шесть вещей. Огненных просторов горсти. Нормально поставил робота. Вы помните Алису? Я обязан ей своей свободой.
она тоже возродилась! Возродилась в огне! Хотел бы я посмотреть, как она превратит вас в жалкую кучку пепла, но меня ждут другие дела. Прощайте! 3, 2, 1. Теперь я служу новому господину, смертные! Находиться во владениях моего хозяина, смертные. Берегитесь. Бегите же навстречу смерти. Стойкостью. Белорок охранял эти врата на протяжении тысячи смертных жизней. Но вы не войдете в обитель повелителя огня! Просите пощады! И, может быть, я сжалюсь и сохраню вам жизни! Ну что, герои, что вы ответите?
У меня самые выгодные цены. Ура!
чудовище! Твое время пришло! Убейте его! А я покончу с вами! Моя ненависть испепелит ваш жалкий мир! Нет! Триумф был так близок! Ну вот и все. Возможно. Герой, мир перед вами в огромном долгу. Рагнарос погиб. Но те изначальные силы, воплощением которых он был непобедимый, когда-нибудь вместо него придет кто-то другой. Яракинари, мы должны всегда оставаться на страже. Но сейчас позволь нам отпраздновать этот день. День нашей великой победы. Надо умереть. Конечно. Чтоб Гамон телепортнулся. Заламывает. Приветствую. Ступай с миром. Что это за вендор? Приветствую. Дельнагрис, я слушаю. Прощай. Приветствую. Да светит тебя вечное солнце. Ладно, все.